Это же Жулька! Сам ты Жулька! Ее зовут Принцесса! Да, ваше высочество? Тук-тук! Можно к вам? Как тебе пополнение? Мне эта дуреха под колеса бросилась, еле вырулил. Машину поцарапал, думал, голыми руками удавлю. А заглянул ей в глаза, они такие, как бы сказать... Умные. Во! А сама дрожит вся. Ну, говорю, ладно, доедешь со мной до дома и сиденье не обгадишь, тогда оставайся. Чего замолчал? Давай, продолжай. А еще из хороших новостей, ваш папа получил повышение. Грешно, конечно, радоваться, ведь старший бухгалтер пропал все-таки. Но, как говорится, нет худа без добра. Это значит, тебя чаще не будет дома? Это значит, двойную надбавку плюс премии! Правильно, Карина. Так что готовьтесь. На следующей неделе нас всех ждет семейное путешествие. Куда? Скажешь тоже, Оль. Бери выше. Мы давно уже планировали эту поездку, да все не получалось. Вы уж простите нас, ребятки. Да ладно тебе, Карин. Все в прошлом. В общем, собирайте чемоданы, летим в Диснейленд!
Опять Петров ворон считаешь? Что с тобой? Дедушка мой, он снова может ходить, представляешь? В это даже сельский врач не верил, а он будто назло ему встал и пошел. О, это самый счастливый день в моей жизни, Антон! Полина, нас могут увидеть. Из-за Петифанова беспокоишься? Брось ты это дело, его и след простыл. Ну ты чего, не веришь, что ли? К нам вчера, буквально ночью, старший лейтенант Тихонов приезжал. Так и так, Бяша потерялся, а вместе с ним и дружок его Ромка. Как я поняла, во всех этих исчезновениях Тихонов подозревает Петифанова. Да ладно. Я сама в шоке. По слухам, у Ромки того. Совсем шарики за ролики заехали. Да я, в принципе, и не удивлена. Что ты имеешь в виду? А ты не знал? Он из проблемной семьи. Даже думать не хочу, что творилось у них дома. Пойдем скорее, а то опоздаем. Ha ha ha!